Для того, чтобы наши данные были сохранены, нам нужно зайти в настройки. В настройках системы устройства выбрать дополнительное. Здесь восстановление и сброс. Локальный бэкап. Предлагает создать бэкап. Начать. Процесс создания пошел. После того, как все данные будут сохранены, нужно будет отыскать этот файл, сбросить его на компьютер. Далее он нам понадобится для восстановления системы. Вернее, приложений, которые находятся на нашем устройстве. Все это резервное копирование у нас будет. И данные наши мы не потеряем. Нажимаем завершить. Бэкап создан. Из него можно будет восстановиться. Но опять же, при перепрошивке он у нас сотрется, если он будет находиться на устройстве.